Пара слов о пиаре. И кто же такой пиарщик? Пиарщик, вообще-то, это ругательное слово, по большому счету. Ну, кто такой? Какие ассоциации вам приходят? Пиарщик, уборщик, поломойщик, еще фиг знает кто. Попытки изменить отношения применялись путем изменения имени, профессии. Кто был на месте пиарщика? Был некий Росмастер, Рос-развитие общественных связей. Хорошо, но не прижилось. Какое-то время, пару лет продвигалось слово коммуникатор, там бизнес-коммуникатор, еще чего-то там. Коммуникатор. Коммуникатор – это телефон, извините меня. Что еще на замену пиарщикам прилагалось? Пиар-специалист. Долго. Пиар-менеджер. Ну, менеджер уже как бы само себя слово дискредитировало в России. Так-то менеджер – это менеджер, да? Я не об эффективных менеджерах, я просто о менеджерах, когда всех поголовно учили на менеджеров. Заодно и пиар-менеджеров. Короче, тоже не то. Что еще? Это не самое страшное, когда человека называют пиарщиком, и он к этому относится спокойно. Хуже то, что люди себя называют пиарастами или пиарастками. Это вообще аут. Так вот, что делать с пиарщиками, со словом пиарщик, я пока не знаю. Это вам домашнее задание.